Ну что, поехали, мы на автобусе едем. Ого, в городе. Так, 1800 метров проехать надо. И у нас здесь еще есть сундучок. Сундучок, ребята, аккуратненько заехали. О, главное не разломать нам автобус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, здесь перепрыгиваем. Ой, доехать бы, доехать бы. Ой, хорошо. Первые, они сложные. Такие проездики. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, аккуратно. Нет, 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 нет. Едем, 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 пожалуйста, пожалуйста. Да что ты будешь делать? Ай, упадем сейчас. Да. Да, разбились мы, к сожалению. К сожалению, разбились. Делаем повтор. Ну что ж, поехали еще раз. Еще раз попробуем проехать. Теперь будем аккуратненько ехать. Надеюсь, мы проедем. Все будет у нас отлично, хорошо. Потому что у нас двойные монеты. А с двойными монетами, как я обычно, ребята, вам говорю, что легко очень разбиться. Не знаю, так почему тут происходит. Но главное вот эти вот первые проехать. Они почему-то самые сложные. А потом будет легче. Ну вот, 400 метров мы проехали. А, вот эту. Нет, эту просто проскакиваем нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное нам не потерять кабину нашу. Тогда без кабины будет опаснее ехать. Немножко, кстати, у нас прокачанный автобус. Совсем немножко. Мы прокачали колеса. Так, есть. Так, хорошо, что у меня стоит магнит. Аккуратно. Ой, да как так? Потерял кабину. Да ё-моё. Да почему? Что ж такое-то, а? Так, уже одного пассажира я потерял. Это очень плохо. Сейчас будем терять еще. Еще одного потеряли, да? Ну нафиг. Ну ладно. Так, у меня есть. Сейчас сундучок второго уровня. Так, здесь мы аккуратненько проезжаем. Главное, головой не стукнуться. Так, едем дальше. Опа, здесь опасный был поворот. Потеряли еще одного чувака. Да почему мы их теряем? Оп-оп-оп-оп-оп. Я так вот и знал, я так и знал. Давай-давай-давай. Нет. А, опять проиграли. Да что ты будешь делать? Да, то что потому что двойные монеты у нас были или что? Ладно, 1800 монет взяли. Давайте вот здесь ржавый риф поиграем. Так, ну вот это моноколесе. Ну, не знаю. Это такое моноколесо. Очень сложный вид транспорта. В плане, можно легко разбиться на нем. О, это удивительно, что я головой еще не стукнулся. Ладно, едем аккуратно. Проехали. Так, давай, 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 тянем, едем, 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 едем. Во. Так, сколько там до сундука нашего доехать? 125 метров. Ого, нифига я как еду. Опасно это было, опасно. И, ребята, мы проезжаем и забираем сундук первого уровня. Как хорошо. Оп, 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 аккуратно, аккуратно. Нет! Башкой стукнулся. Ёлки-палки. Ну, отлично, отлично. Давайте посмотрим видео и заработаем еще монеток. Ну что, давайте, ребятушки, поедем по горе. Да, на грузовике. Я бы его немножко качнул бы, слушай. Моторчик, сопротивление воздуха, аэродинамика улучшенная у нас будет сейчас. Ну, давайте все примерно в среднем прокачаем одинаково. Так, ну можно моторчик еще разок повысить. Сцепление, сопротивление воздуху тоже сделаем. Ну все, прокачали машинку на старт. Поехали. Вот, смотри, как уже. Более уверенно мы едем. Более улучшенно как-то. Хорошо, сопротивляемость воздуха тоже есть. Ну, не так опасно. А, мы должны здесь впереди, в принципе, ехать постоянно. Ну, сейчас посмотрим, посмотрим. Вот, видишь, смотри, заехали хорошо. В принципе, легко. Так, едем. Отлично, отлично, все хорошо, отлично. Так, у нас там стоит
гаджет, когда кончится бензин, он срабатывает, да? Ну, посмотрим, проверим этот гаджет. Может, какой-нибудь другой бы я еще поставил бы сюда. Ага. Все. Так как бы мы проехали, сейчас впереди всех едем. Ого. Так, новый у нас снежный биом. Да, потратили мы много денег на этот автомобильчик, конечно же. Ну ладно. Едем дальше. Ой-ой-ой-ой, опасно было, чуть не перевернулись. Проехали 1200 метров. Ну, попробуем рекорд свой побить. В принципе, 1100 метров это не так много. А, кстати, этот автомобиль, он ломается у нас. Опа, бензин профукали. Ну ладно, ничего страшного, у нас бензина еще много. Поэтому мы до следующего доедем спокойно. Вот, следующий наш бензинчик. Так, 800 метров осталось до кубка. Вот так мы сейчас, ребятушки, после кубков и начнем деньги поднимать. Так, ну уже почти 3000 монет у нас. А потратили мы 1020, наверное, на машинку. Это много. Но все равно мне придется когда-нибудь прокачивать, потому что надо на ней много проезжать. А если она у нас будет слабо прокачанная, далеко я на ней не проеду. Опа, давай-давай поднимаемся. Все, хорошо, поднялись. Так бы без прокачки нам тяжело было бы подняться, конечно же. Вот, мы должны побить рекорд свой. Фига ее, это она постоянно стукается или кто-то сзади едет и стучит? Сейчас он... Нет, это она стукается. Реально. Что там стукаться, я не знаю. Или там кто-то сзади стучит, слушай. Непонятно. Ладно, сейчас найдем бензинчик. И вот с бензинчика просто станем аккуратненько и постоим немножко. А, ну вот бензин. Встали, ага, постояли. Давай, 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 заезжай. Ну, это мы стучим, походу. Странно. Так, ну осталось 100 метров. Сейчас мы проедем. И будет у нас рекорд. Ну вот, 80 метров осталось до рекорда. Ну, вот этот машинка стучит. Да что у нас эти бензины сверху лежат? Давайте какой-нибудь на равнине. А, вот, новый рекорд пошел. Ты понял? Пошли звездочки зарабатывать. Хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп, аккуратно. Чуть не перевернулись. Да. Сколько мы тут на ней проедем? Хотя бы 5000. 5 километров бы проехали, было бы вообще нормально. Я так подсчитывал, нужно, чтобы звезд конкретно насобирать, нужно на каждой машинке проезжать 5000 метров. Опа, хорошо проехали. Главное, нигде не стукнулись. Все. 300 звездочек уже есть. Отлично. Главное, нигде не перевернуться. Вот. Видал бонусные эти самые мешочки с деньгами. Так. Может, мы отыграем все деньги, которые потратили на прокачку этого автомобильчика нашего. Ну, этот крутой монстр-трак такой. Этот грузовичок мне нравится. Ух ты, здесь надо заехать. Хватит ли у нас мощности? Хватило. Легко заехали. Ой-ой-ой, сколько мы денег профукиваем, ребята. Вот надо сюда магнит. Без магнита тяжело монетки зарабатывать. Угу. Ну вот уже 1000 звездочек. Здорово. Оп, проехали. Нифига себе. Вот еще 240 монет дали. Давай, 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 ускоряемся, ускоряемся. Еще немножко проехать. Давай, 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 давай. Ой, молодец. Двигатель все-таки качает, качает. Хорошо. Опа, здесь вот так вот надо делать.
Здесь опасно было, слушай. Сейчас такая же опять канитель будет. Вторая, кажется. Где-то. Такой же подъемчик будет. О, бензинчик взяли. В пещеру заезжаем. Ого, высоко. Так, ну, получилось, заехали. Хорошо, смотри уже. 3300 метров. Да. 3000, это хорошо. Может быть, до 5000 доедем? Ай, нет, пожалуйста. Нет, не можем заехать. Давай еще раз попробуем. Блин. Ну, давай, давай, давай. Опа, запищало. Сейчас эта штука сработает. Во, ускоритель, ускоритель. Здорово. Ну, давай, давай, давай. Ах, все, не доехали. Вот этот ускоритель нам до задницы вообще. Ничего он не помогает. Ускоритель этот ваш.